Тутор как опозориться в школе, а потом заставить всех тебя слушать. Как-то раз в школе я не учился. Я писал что-то для себя. Ну, учительница это заметила, подошла, а я писал математику. Эта информация дошла до моего учителя математики, и он решил для эксперимента поставить меня учителем математики на один урок. Оказалось, что я настолько быстро и хорошо объяснял всем, что меня поставили учителем математики на еще несколько дней.